Ну и последняя пара на сегодня. Сегодня 23 августа. Все ожидают, конечно, традиционно фунт-доллар, но я очень люблю, тоже наряду вот с иеной, я люблю австралийский доллар. То есть австралийский доллар в паре с американским долларом. Мне очень нравится тоже эта пара. Что я могу сказать по этой паре? Значит, месячный тренд вверх. Ну, такой, не совсем прямо сильно вверх, а вот так, слегка вверх. Недельный тренд вниз, недельный тренд вниз, дневной вверх. И здесь трудно немножечко, да, понять. Смотрите, что происходит, дневной тренд вверх, поэтому мы идем вверх. Все зависит, вот, есть у нас тут на сегодня два таких уровня. Это 0,76, там 478, сколько. Вот. Но основной вот здесь находится уровень. Это где-то 0,76, 550, 600. Вот. Вот. Если мы пробьемся и закрепимся выше, то я полагаю, что мы можем до 0,77 дойти. Даже, может быть, чуть выше. Вот аж сюда. Даже вот сюда. Ну, я планирую, что можем. То есть, предполагаю, что мы можем дойти до 0,77. Вот. Если же мы не закрепимся выше, то мы можем сегодня еще откатить вниз. То есть, пара... австралийский доллар в паре с американским долларом очень такая волатильная. Мы можем еще раз откатить сюда, протестировать. Мы можем вот это месячные линии, это недельные линии, это разворотная линия дня, то есть так называемый пивот. Мы можем сюда еще откатить, хотя вот на открытии мы уже протестировали разворот. Так что вполне возможно, что если откатить, то можем еще сюда вот протестировать. Хотя уже ее тоже протестировали, видите, закрепились все-таки выше. Сейчас вот недельную линию все тестирует. Может тоже протестировать, закрепиться опять, пойти вверх, откатить сюда, закрепиться, пойти выше. То есть опять пойти выше, туда откатить до этого уровня, до 76,550. И закрепиться, и пойти выше, пойти сюда, то же самое, там пробить, сюда где-то откатить и дальше выше. Я вам говорю прям буквально по ступенькам, как все может происходить. В целом на сегодня тренд восходящий, дневной именно. На неделях мы идем вниз, так что возможно еще, если посмотреть дни, возможно еще денечек, я говорю, мы пойдем вверх. Потом дальше будем продолжать движение вниз, хотя сам тренд на месяцах, он все-таки восходящий. Что хотела сегодня сказать по этой паре, я уже сказала. С вами была Анастасия Час. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, мой такой краткий обзор вам поможет, вы примете правильное решение и получите такой профит, который вас обязательно порадует. Всего-всего вам доброго, большого профита и пока-пока.